Всем привет! Я сегодня снова буду готовить. На этот раз без выпечки. Никаких извращений с тестом не будет. Сегодня я хочу сделать наггетсы в духовке. Наггетсы в духовке. Еще я нашла у себя в холодильнике вот такую вот корейскую заправку для острой морковки. Вот. Но думаю, что, наверное, я сделаю ее в другой раз. Потому что наггетсы с корейской морковкой, наверное, это будет перебор. Оставим до лучших времен. Хотя я сходила в магазин и купила моркови. Я купила йогурт Теос, внимание, с манго и чиа. Я вчера зашла в Магнит, купила одну такую штучку на пробу. Думаю, ну вдруг какое-нибудь, ну, не очень вкусное оно будет. Хотя с манго не может быть, да, невкусно. Но это вот по моему мнению. В общем, я вчера съела, я чуть язык не проглотила от того, как это было вкусно. И сегодня я сходила в магазин и купила раз, два, три. Три йогурта купила. Там еще есть с грецким орехом и медом. Но мед я не очень люблю. А вот манго... Вкуснотища, вкуснотища. Потом еще я вчера в Инстаграме насмотрелась у одной девушки сторис и сходила, купила две банки сардины. Две банки сардины, потому что она сказала, что она ходила к дерматологу, и дерматолог ей сказал, что если ты хочешь, типа, есть рыбу, ну вот консервы, да, иногда, например, иногда хочется, хотя я уже 100 лет, наверное, не ела консервы. Если тебе хочется вот консервы, то самое лучшее — это сардина. Самое главное, чтобы она была без добавок. Ну, просто сардина, например, с маслом. Вот. Она очень полезна для женского организма, для женского здоровья. Вот. И я ее наслушалась и пошла тоже купила две банки. Я не знаю, конечно, буду я ее есть или нет, но глядя на нее, мне захотелось. Посмотрим. Может быть, вкусная. Я помню, раньше ела скумбрию, ела сайру, по-моему. А вот сардину что-то я, ну, я не знаю, какая она. Вкусно попробую. Ну и вот, почти 1 кг моркови я купила. У меня там еще есть молодая морковка. Поэтому все начищу и это самое. Сделаю себе потом корейскую морковку. Вот. Но йогурт огонь, девочки. Может быть, это просто для меня очень вкусно он показался, но я вообще обожаю все, что с манго, с маракуйей, пирожные, мороженое, я не знаю, йогурты. Если это манго-маракуйя, ну, либо манго-маракуйя, либо просто маракуйя, это для меня это снос башки просто. Отвал башки, как это вкусно для меня. Поэтому, не знаю, может быть, вам не понравится, скажете обычный вкус, как и все, но я почему-то вчера была покорена. Так, значит, я буду делать. У меня тут разморозилась грудка. А начнем, приступим, да, к наггетсам. Рецепт они готовятся очень просто. Но я уж не знаю. Анюта любит усложнять простые вещи, поэтому посмотрим. Так, куриная грудочка. Сейчас мы ее разделаем как-то вот. Такс. Чуть меня еще не разморозилось, что ли? Или что с тобой вообще? Что не так-то? Мясо падают. Так, вот это. Текс. Что еще тут можно отрезать? Все, остальное мы заморозим. Остальное мы заморозим, да лучше поменять.
Может быть, супец какой-нибудь буду варить. Как раз пойдет. Вообще, у меня чечевица, надо бы ее сварить. Так. Такими вот я брусочками нарежу. Большие куски получаются. Первый раз делаю. Первый раз. Так. Все готово. Теперь что? Теперь мы будем собирать. Будем. О, возьмем муку. У меня рисовая. Такая вот рисовая мука. Много. Так, соль орегано. Так, а где у меня орегано? А есть он у меня вообще? Орегано есть, смотри. Сырая. Так, сюда добавляю. Орегано. Паприку. Блин, надо паприки купить. Паприка. Соль. Соль, ладно. Я добавлю еще немножечко красного перца, остренького. Я люблю уж поострее. И такого перца добавлю. Фу, ой. О чем подумали, все правда. Ой. Боже. Лида, Лида, боже, боже. Так, ладно. Здесь все. Так, сразу нам нужен будет противень. А мне нужен противень. Секунду. Противень сразу беру. Так, кто-то пишет. Этот беру.
Коврик для запекания. Коврик для запекания. Так, мне нужно яйцо. Одно или два, интересно. Ну, они маленькие, наверное, да? Возьму два. Ой, блин. Возьмем два. Так, все, поехали. С Богом, как говорится. Так, 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 так. Так, и опять раз, раз. Так, ну что, вот они, красавчики-наггетсы. Я не знаю, что из этого получится. Мне не хватило одной порции этой смеси муки там со всякими специями. Я делала еще. Вот столько у меня получилось, они как-то их так нарезала, они все разнокалиберные. Наверное, это не очень хорошо, но посмотрим. Но посмотрим. В общем, сейчас я это ставлю на 20 минут в духовку на 180 градусов. Посмотрим, что получится. Лузер. Так, в общем, все приготовилось. Я уже тут вот накрыла. А вот такие вот наггетсы у меня получились. Наггетсы получились. Горячо, конечно. А, такие вот румяненькие. Но я не 20 минут запекала, я их запекала подольше. И моя ошибка в том, что я... Последний вот этот вот слой я сделала из муки. Не надо было делать муку, надо было панировочные сухари использовать. Получилось, что они запеклись, и они вот эти вот остатки муки, как-то они были половина в муке, а половина нет, мне не очень понравилось. Надо было в панировочных сухарях. Так, ну-ка попробуй. Ну, с кетчупом ничего. Мясо приготовилось. Нормально, в принципе. Единственное, что форма не совсем эстетичная, да? Магазины, они все плюс-минус одинаковой формы у меня. Как Бог послал. Как рука отрезала. Ну, тоже бывает. Но, в принципе, ничего. Но запекала побольше. Я из двух сторон запекала. На всякий случай, потому что я что-то переживала из-за того, что куски где-то маленькие, где-то большие. Я думала, они не пропекутся. Ну, вот, в принципе. И все. Вуаля. Сейчас вот как-то... Вот. Румяненькие такие, красивенькие. В принципе, очень даже
Спасибо, что составили мне компанию. Пойду снимать мукбанг. Все, всем пока-пока.